Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Саня, я могу пообщаться с Хижниковой? Да, это я. Ань, мне ваш номер передали, это по поводу Андрея, вашего брата, по поводу оказания помощи. Вам удобно говорить? Есть минутка? Да, удобно. Ань, ну, передали мало информации, Анна Орлова пыталась с вами связаться, наш волонтер. Значит, ну, мало информации, то есть хотелось бы уточниться, как состояние Андрея на сегодня, где находится, как проходит лечение. Ну, с ваших слов, я куратор волонтерского совета «Чистые сердца». Хотелось бы уточниться, если вам Не интересно. слышу. А как? Чистое сердце? Да, «Чистые сердца». Это была А, такая сердцем. организация, фонда «Зеленка». Да, все верно. Как состояние Андрея на сегодня, скажите, пожалуйста. Состояние тяжелое, и но планируем поездку в Киев уже. А сейчас где находится Андрей? В Никольском, там, где он и живет. Ну, я не знаю, как находится, либо в больнице. Нет, нет, ну дома. Дома, да? Значит, ну, вообще, как его можно охарактеризовать, насколько уже давно проходит лечение, где проходить лечение, то есть что говорят врачи? Ну, А чем вы хотите помочь? Ну, смотрите, на данный момент мы помогаем и информационно, и финансово, то есть больше информационно, потому что размещаем на наших сайтах, мир не без добрых людей, то есть люди, соответственно, и оказывают в дальнейшем помощь, сами, вы уже на это поняли, да, что мир не без добрых людей. То есть отталкиваемся от этого больше информационно. Ну и уже от нашей организации там будет после совещания выделена какая-то энная сумма. Уже будем смотреть по справкам, по выпискам. То есть уже будет руководство решать. Ну, мы уже собрали почти всю сумму. Нам А, то есть на сегодня вы уже финансово не нуждаетесь, да, помощи? Ну, практически да. У нас там осталось буквально, ну, пару тысяч, которые этот... И нам Мариупольский фонд помогает. А? Вы с учетом реабилитации считаете? Да, все у нас посчитано, все просчитано. Я же говорю, все уже расписано, распланировано. И нам Мариупольский фонд очень хорошо помогает, марафон добра. Ну, как бы, такую возьму. Важной, большой помощи, глобальной, в чем мы не разбираемся, у нас все есть. Ну, все у нас. Ну, то есть мне по анкетным данным руководству будет совещание передать заявку, что в фонд сейчас не нуждаетесь, я правильно понимаю? Да. Хорошо, я сейчас сделаю тогда заявочку. Значит, ну что я скажу вам, тогда держитесь, мир не без добрых людей, мы старались. Все равно, в принципе, люди хотели вам помочь, обращайте внимание на вас. То есть, что я вам скажу, тогда держитесь, всего лучшего, всего Да, хорошего. спасибо вам Здоровья, большого, мир. что да, потратили время, попереживали. Благодарю вас. Хорошо. Угу. До свидания.